Об этом нельзя рассказывать совершенно никому, но я больше не могу молчать, я не могу держать это в себе. Универ ТВ – это самый лучший телеканал. Как видите, шутка не получилась, и Москва, не Казань. Занимаюсь профессионально пением танцев и танцеванием песен. Всем спасибо, у меня все. Ты, ну, достаточно дурна. Поэтому он скажет тебе да. Но ты дурна не с собой, ты дурна внутри. Они сказали, ты придурковатая. Я сказала спасибо. Но потом мне сказали, ты в танцах. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами в эфире Журавлева Мария. Итак, новости на сегодня. Институт биологии и фундаментальной медицины открыл новую прививку от неучения уроков. Глупая, неинтересная, безинициативная, скучная, скованная. И пока вы еще не успели окончательно во мне разочароваться, я хочу сказать, что 30 секунд для рассказа мне, разумеется, не хватило бы, но тем не менее я считаю, что поймала сразу двух зайцев, ведь от меня вы узнали, какой я не являюсь и никогда не являлась. Понятно. Ладно, ты переволновалась, ты молодец. Давай, мы тебя отправляем, не будем тебя задерживать. Расслабляйся, выдыхай. Следующий человек у нас. В Москве прошла встреча Ильшата Гафурова с министром науки и высшего образования Михаилом Кутюковым. На встрече ректор КФУ выступил с докладом об итогах развития Казанского федерального университета. Прям вот каждый из вас настоящая индивидуальность. Вот когда Радик помнит, да, вот когда я проходила кастинг, у нас было 5 человек, взяли из нас троих, чтобы вы понимали, вот что такое конкуренция, да, то есть никакая имеется в виду, ну, так и было. Да, а здесь вы посмотрите друг на друга, у вас здесь 20-ка почти что, и все друг другу прям, ну, конкурент конкуренту. Thank you.